Здравствуйте, меня зовут Юлия Чалова, я астролог и предлагаю вашему вниманию бизнес-гороскоп на предстоящую неделю с 19 по 25 августа. Наступающая неделя будет наполнена событиями, которые многим покажут дальнейшее направление развития профессиональных вопросов. Также звезды не обойдут вниманием и финансовые аспекты, а особая удача ожидает представителей земных знаков зодиака. Овны. Будьте готовы к тому, что на этой неделе вам придется приступить к тому, что вы откладывали в течение всего лета. Если сейчас вы оставите второстепенные дела и займетесь наиболее важными вопросами, то ваше положение на работе заметно улучшится. Тельцы. Сейчас вы можете окончательно определиться с дальнейшим направлением вашей работы, хотя новости, полученные в конце недели, заставят вас задуматься о собственной прочности. Сейчас очень благоприятное время для того, чтобы начать откладывать деньги на крупную покупку. Близнецы. Не стоит сетовать на то, что лето подходит к концу и с каждым днем у вас прибавляется все больше работы. Четверг и пятница принесут вам отличные новости, открывающие приятные перспективы не только в карьере, но и в финансах. Ракам сейчас лучше всего заняться тем, что не требует повышенного напряжения и отдачи. Берегите свое здоровье и экономьте силы. Если позволяют возможности, то отправляйтесь на отдых или возьмите несколько дней отпуска за свой счет. Львы. Для вас на этой неделе особую актуальность приобретут финансовые вопросы. Сейчас вы можете выгодно приобрести давно желанную вещь или вложить деньги в собственное дело. Девы. Постепенно удача поворачивается к вам лицом, но все равно дел еще предстоит немало. Повышенное везение вас ожидает в пятницу и на выходных. Вы можете в это время получить долгожданные новости, которые повысят вашу самооценку. Весам сейчас можно слегка сбавить рабочий темп и обратить внимание на то, что давно вызывало заинтересованность. Если вы надумали сменить род занятий, то приступайте к этому вопросу не торопясь и обстоятельно. Эта неделя отлично подходит для сбора и анализа информации. Скорпионы. Будьте готовы к неожиданностям в рабочем коллективе. Особенно эта тенденция проявится к концу недели. Не позволяйте себе эмоционально реагировать на новости, связанные с работой, а вот от дополнительной подработки отказываться не стоит. Стрельцы. Беритесь за дело. Чем меньше вы будете откладывать решение важных вопросов, тем быстрее разделаетесь с долгами и обещаниями. А в качестве небольшого подарка звезды подготовили вам выходные, наполненные общением с приятными для вас людьми. Козероги смогут на этой неделе позволить себе немного расслабиться. Несмотря на то, что поток необходимых дел не прекращается, обстановка вокруг вас достаточно стабильна и непредсказуемых событий практически не предвидится. Больше времени проводите в кругу семьи. Водолей. Наступающая неделя будет посвящена раздумьям относительно того, что же в вашей жизни нуждается в изменениях. Обратите внимание на сферу, связанную с работой. Не упустите возможность заняться по-настоящему интересным для вас проектом. Рыбы. Эта неделя покажет истинное отношение к вам тех, кого вы считаете своими друзьями и коллегами. В середине недели не исключены ситуации, требующие высокой эмоциональной отдачи. Вы вполне можете рассчитывать на помощь и поддержку близких вам людей. Это был бизнес-гороскоп на предстоящую неделю с 19 по 25 августа. С вами была Юлия Чалова. Увидимся через неделю. Удачи и счастливых звезд!